Буба Экзи за $2000. Это банка. Он разбил банку. Все стекло, посмотри. Эй, Буба. Черт, реально, он пришел в себя. Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики, а это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ну а перед началом три самых крутых комментария, которые попали ко мне в видео. Раз, два и три. А если ты тоже хочешь попасть в мое видео, то прямо сейчас спускайся в комментариях и пиши самый страшный комментарий, то, что ты хочешь увидеть в моем видео на сегодня, друзья. Мы будем вместе с вами заказывать на сайте Darknet. Бубу! 3 часа ночи, погнали! Итак, друзья, что я знаю про Бубу? Буба — это такой домовенок, который пришел к нам, где-то спал, наверное, более 100 там, миллионов, миллиардов лет, и такой пришел в наш мир и все познает. Но мы сегодня будем заказывать не просто Бубу, а Бубу Экзи, живую игрушку с сайта Darknet прямо сейчас. Я уже сделала закладку, друзья, он реально стрёмный, посмотрите. Сайт Darknet, Буба Экзи за $2000, вы это видите, просто 2000 штуки. Он реально стрёмный, посмотрите, что с его лицом, как будто ему ударил кто-то сковородкой или что-то такое. Ну, настоящий Буба Экзи, и тут даже написано Буба Экзи. Давайте же прочитаем, как у нас выглядит Буба Экзи, что он из себя вообще представляет. А если ты хоть раз видел мультик Бубу, то напиши об этом в комментариях обязательно. Итак, Буба Экзи — это кровожадный домовой. Ворует все в вашем доме, сеет хаос и раздор. То есть вы представляете, ребята, если мы сейчас закажем эту живую игрушку, проведем обряд «Оживим Бубу Экзи», то есть он должен будет посеять в моем доме хаос и раздор. Ладно, может разбить посуду. Офигеть, ребята, гляньте. Пишет, может разбить посуду, господи, нет, реально, представляете, какая у меня дорогая посуда, я ее заказываю из Америки, и он мне ее просто разобьет, я что-то уже побаиваюсь насчет того, что заказывать или нет. Осторожно, далее пишут, если его разозлить, он может напасть. То есть вы реально понимаете то, что если я... А как его можно разозлить? Я не знаю. Если он тронет мою посуду, разозлюсь я. И как бы уже будет по-другому. Посмотрим, кто кого. Подожди, что-то какая-то паутина летает. Ладно, он может напасть. Если вы все же разозлили его, дайте ему конфет. О, Буба сладкоежка. Он, наверное, способен подобреть, если ему дать пару вкусных конфет. Хорошо, будем знать. То есть они подробно описывают то, что необходимо знать при заказе нашего Бубы Экзи. Кстати, он склоняется. Буба Экзи. Бубы. Много. Буб. Как это интересно, склоняется или нет. Так. Пишем так. Читаем дальше. Чтобы он ушел, разрежьте его и достаньте магические предметы. После чего сожгите, а прах закопайте. Вот такой вот Буба Экзи. Ребята, как вы думаете, заказывать его прямо сейчас? Давайте соберем на этом видео 10 тысяч лайков. Если вам нравится, как я разрезаю игрушки, заказываю их на сайте Darknet. Мне кажется, это очень-очень страшные, стрёмные видео. Особенно мы никогда с вами не видели живую игрушку Буба Экзи. Прямо сейчас мы покупаем, жмем. Все, ребята, покупка сделана. Пишут нам спасибо за покупку. В общем, ребята, вы совсем скоро увидите живую игрушку, а мне придется подождать, потому что доставка займет от 1 до 3 дней. Итак, друзья, все, наконец-то наша посылочка пришла, друзья. Буба Экзи прямо сейчас здесь, в нашем гроб-боксе. Я не знаю, почему я так счастлива, потому что вообще-то мне нужно, скорее всего, расстраиваться, потому что после того, как я проведу этот обряд, скорее всего, мне будет уже не до смеха. Ладно, открываем гроб-бокс. Буба, это реально Буба.
Друзья, посмотрите, мне кажется, он такой милый. Как вам, если не обращать внимания на его черные пуговичные глаза потустороннего мира? Ладно, друзья, я слишком долго тебя ждала, и он такой стрёмный, друзья, нереально. Это, кстати, что у него? У него тут уши и какие-то еще вот такие вот кисточки. Ладно, друзья, давайте не будем оттягивать, уже наконец-то проведем обряд с Бубу Экзи. Я слишком долго ждала. Кстати, у меня самый-самый долгий заказ, который ожидаю. Иногда, кстати, мне доставляли живую игрушку за буквально там несколько минут, там минут за 40. Хорошо. Так, где моя доска для вызова духов? Так. Давай, Буба, сюда. Так, обязательно для обряда у нас свечи. И, ладно, я настроилась. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Бубу Экзи, вселись в эту живую игрушку. Бубу Экзи, вселись в эту живую игрушку. Бубу Экзи, вселись в эту живую игрушку. Черт! Блин, мне кажется, что я даже не договорила заклинание, как он уже исчез. Мамочки! Что это за шум? Дим, ты слышал? Погоди. Мамочки! Да, что это происходит? Что это за шум? Дим, он что, начал бить посуду? Дим! Дим, что это происходит? А, ты слышал? Ты это слышал? Черт, он бьет мою американскую посуду! Я пойду с ним. Ты слышишь это? Буба, пошли. Открывай. Открывай и поймай его мне сейчас же. Дим, это Буба. Это реально он. Черт, куда он делся? Блин, какой он быстрый. Дим, посмотри, что он натворил с моей кухней. Вот черт. Дим, это мой любимый цветок. Он его разбил. Черт, это банка. Он разбил банку. Все стекло, посмотрите, это просто пипец, здесь все в стекле. А это что такое? Что это? Это что, соль, Дим? Дим, посмотри, что он натворил. Черт, это просто не может быть, блин. Дим, где он? Ищи. Слышишь, вон он наверху, смотри, смотри. Черт! Он летел прямо на меня. Слушай, по-моему, он хотел напасть. Короче говоря, ребята, мне кажется, что мы разозлили Бубу не на шутку. Знаете чем? Тем, что мы хотели его разрезать. Но теперь нам нужно как-то по-другому. Так, я вспомнила, там же написано то, что нужны конфеты. У них есть конфеты? Да, да, да. Отлично. Бубы не было мало. Здесь еще какие-то у меня конфеты есть. Нужно отдать ему все. Ты думаешь, что этого хватит? Я надеюсь, что этого хватит для того, чтобы его поймать. Буба, слышал? Бежал по коридору. Господи, ребята, вы видели? Хорошо, что он не разбил мои тарелки, а разбил просто банку. Он, видимо, не добрался до них. Буба? Буба, ты здесь? Хорошо, я оставлю здесь конфеты его в коридоре. Буба, Бубочка, я принесла тебе конфетки. Подождать немного. Буба, я принесла тебе конфет. Я знаю, ты их любишь. Буба.
взять его. Походу, у меня получилось. Держи. Походу, он без сознания. Так, давай его прилепим скотчем и разрежем. Все, как сказано на сайте Darknet. Итак, друзья, мы наконец-то поймали Бубу Экзи, и сейчас, чтобы он не сбежал, когда очнется, я завязала его красным скотчем, привязала прямо к столу. Так что, друзья, давайте его будем будить. Эй, Буба! Черт! Реально, он пришел в себя. Буба, сейчас тебе придет конец, и я тебя разрежу. Нет, нет, пожалуйста, не режь меня, пожалуйста. Пожалуйста, не режь, я сделаю все, что угодно. Нет, все, твоя песенка спета. И ты знаешь, почему я разрежу тебя? Я, в принципе, не хотела тебя разрезать, но ты устроил такой бардак на кухне, так что даже не проси меня. Пожалуйста, я очень тебя прошу, пожалуйста, не нужно меня разрезать, пожалуйста. Я хочу жить, я хочу остаться, я хочу быть дома в твоем доме, пожалуйста, оставь меня здесь. Ничего подобного, ясно тебе, прямо сейчас. На счет раз, два, три, я разрежу тебя и достану все твои мистические вещи, которые делают тебя живым, ты понял меня? Помогите, нет, не надо. Все надо, Буба, надо, сейчас я буду тебя резать. Нет, пожалуйста, нет, все магические силы, помогите мне. Все, ты можешь не сопротивляться больше. Раз, два, три. Нет, пожалуйста, нет. Все. Ребята, я разрезала рот Бубе, и он замолчал. А сейчас мы достанем все то, что находится внутри этой живой игрушки. Друзья, если вам нравятся эти крейзи и сумасшедшие видео, прямо сейчас не забудьте подставить лайк и поддержать мое видео, потому что я смотрю, что вы ленитесь и не ставите лайки. Давайте соберем под этим видео 10 тысяч лайков, так что не забудьте пригласить всех своих друзей посмотреть это видео. Ну а мы достаем все то, что находится внутри Бубы. Как всегда, друзья, нам необходимо найти специальную кнопку, которая до конца убивает Бубу Экзи, убивает все мистическое, которое находится там. И походу я ее нашла, эта кнопка напоминает, знаете, какую-то пилюлю. Как-нибудь я достану ее целой, просто когда я до нее добираюсь, она почему-то всегда лопается, прямо как и сейчас. О, это мерзость, ребята. Я называю это мультяшной краской. Посмотрите, как только я добираюсь до туда. О, господи, я забыла. Мне же нужно лишить Бубу глаз. Раз, два. Фу. Слушайте, это надо было сделать всегда в первую очередь. Лишить глаз, лишить Бубу возможности вернуться сюда. Потому что если, блин, что я наделала, понимаете? Дело в том, что если я не отрежу глаза, когда я разрезаю игрушку, эта душа Бубы Экзи может вселиться вообще в любую другую игрушку, вообще абсолютно во что угодно, в картину, в зеркало. Блин, я надеюсь, что этого не произошло, и я успела все-таки отрезать эти черные пуговицы. Ладно, давайте посмотрим, что там внутри. Господи, чего там только нет. Подождите, друзья, это напоминает глаз. Так, понятно, они сюда кладут очень много мистических предметов, которые дают магическую силу любой живой игрушке. И когда проводишь обряд вуду магии, она оживает. Посмотрите, это мышь. Это, походу, друзья домового, все знаете, в доме живут. Это что, это нос поросенка, это нос какой-то свиньи. Еще одна мышь, ребята. Что тут еще? Еще один глаз, господи, какая мерзость. А вот он. Кстати говоря, все чаще и чаще в живых игрушках я стала находить специальные такие флакончики, и там находится какая-то горючая жидкость, при помощи которой нужно будет сжигать эти игрушки, а прах закапывать в землю. Все так, как было написано в условиях при покупке этой живой игрушки. Блин, а это откуда у него? Дим, откуда у него эти штуки? Это не просто сердечки, это сердечки от моих фотографий. Как они туда попали? Они стояли на кухне, он их сожрал. Это мои сердечки, представляешь? В них были фотографии, где они? Это реально серебряные сердечки, он их своровал. Там правильно было написано то, что он вор. Черт, хорошо, что я его разрезала и достала все это. Нужно будет отмыть, это что тут как? Это что, на что это похоже? Я не знаю, какой-то хвост. Господи, о нет, что-то странное, ребята, это реально что-то стрёмное. Это что, еще один Буба? Еще один глаз выкатился, я не знаю, ты думаешь, Буба сожрал Бубу?
Я не знаю, на что это похоже. Это просто какая-то копна волос. Погоди. А, нет, это похоже... А, это похоже на чью-то бороду. Это скальпель бороды. Чьей-то черной бороды. А, возможно, существует черный Буба, ребят, как вы думаете? Есть белый Буба, есть черный Буба. Еще одна мышь. И, по-моему, друзья... На этом все. Если вам нравится крэзи сумасшедшее видео, сегодня я разрезала Бубы Экзип в 3 часа ночи на моем канале Ирина Ясинская. Так что всем до новых видео. Пока!